Площадь перед Домом культуры – традиционное место проведения различных праздничных мероприятий в поселке совхоза имени Ленина. Открыли праздник представители руководства округа, Совета депутатов и территориального отдела «Картинский». У нас с вами развивается поселок, у нас с вами развиваются детские кружки, у нас с вами развивается социальная структура, у нас с вами развивается благоустройство, и это только благодаря тому, что мы делаем вместе. Активным жителям поселка вручили благодарности от Совета депутатов и руководства муниципалитета. Среди награжденных Татьяна Балашова, председатель местной ветеранской организации и руководитель клуба «Золотая осень», созданного для пожилых людей. Это семья, понимаете? Общение с пожилыми, со своими сверстниками, обсуждение разных ими политических моментов жизни страны, да, и также культурных жизней страны. Это очень-очень важно. Для пришедших на праздник были подготовлены самые разнообразные развлечения. Можно было даже самостоятельно изготовить памятную медаль. В организации различных мастер-классов приняли участие и творческие заведения из других поселений. Мы очень хорошо дружим с поселком совхоз имени Ленина и с центром культуры совхоз имени Ленина. Ну а в чем проявляется эта дружба, если можно? Они помогают нам на мероприятиях очень активно, а мы помогаем их, и мы очень их любим. Жителей и гостей поселка ждала большая концертная программа. В ней приняли участие как коллективы муниципального центра культуры, так и приглашенные звезды. Никто не скучал. Благодаря тому, что поселок разрастался за последние несколько лет, конечно, и жителей много, и детей много, и наши праздники проводятся намного масштабнее, интереснее и весело всем. Житель поселка, участник ансамбля «Терек» Кирилл Наумкин хорошо известен землякам как певец и исполнитель на народных инструментах. Знают его и во многих уголках России, правда, в другом качестве. Я сам церковный звонарь, выступаю на многих фестивалях колокольного звона. Вот, также можете меня увидеть в Суздале, ежегодно появляюсь в рамках фестиваля «Лето Господня», в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Невские звоны», где еще в Великом Новгороде. В общем, путешествую по всей России. История поселка совхоза имени Ленина началась в 1918 году. И если в 2002 численность населения составляла чуть больше 3000 человек, то сейчас их уже более 7000. Новых жителей привлекает развитая инфраструктура поселка, ухоженные улицы и дома. Дорогие жители, дорогие наши жители, хочу поздравить вас с праздником. Хочу пожелать нашему поселку процветания, чтобы с каждым годом он становился краше, уюта, комфорта и благополучия. С праздником! Закончилось мероприятие праздничным фейерверком. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.